Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Дочь знаменитых родителей Сергея Лукьянова и Клары Лучко недавно отметила свой 69-й день рождения. Несмотря на то, что мама была одной из самых известных актрис в СССР, по ее стопам Оксана Сергеевна не пошла. В 49-м году на киностудии «Мосфильм» снимали музыкальную комедию «Кубанские казаки». Там и познакомились Сергей и Клара. Актер на тот момент был женат. Но, несмотря на разницу в возрасте с новой избранницей в 15 лет, он развелся с супругой и ушел к Лучко. Молодая актриса тогда была только в начале своего актерского пути, но после «Кубанских казаков» ее популярность накрыла с головой. Родителями влюбленные стали в 51 году, дочь назвали Оксаной, но официально вступить в брак пара смогла только к 3-летию ребенка. Детство девочки, как она рассказывает, было очень счастливым. Актеры активно занимались воспитанием дочери. Уроки вокала, изучение иностранных языков, совместные поездки по всей стране. После 15 лет счастливой семейной жизни Сергей скончался от инфаркта. Это случилось в 65-м. Для семьи это был страшный удар. Девочке на тот момент было всего 14. Чтобы поддержать мать, она пошла работать певицей в кафе. Пела в основном на английском языке, поэтому платили неплохо. Но из-за проблем со здоровьем и связками ей пришлось уйти с работы. Окончив школу, Оксана, не раздумывая, пошла учиться в театральное. Без труда окончила вначале ГИТИС, а потом и в ГИК. Но судьба распорядилась иначе. Актерскую династию она так и не продолжила. Лукьянова связала свою жизнь с журналистикой и иностранными языками. Иногда она дает интервью, где рассказывает о жизни своих звездных родителей. О личной жизни дочери Клары Лучко известно немного. Оксана неохотно рассказывает о себе. Известно только, что она была замужем, жила с мужем в Канаде и родила сына Александра. Брак по каким-то причинам распался, и женщина вернулась в Россию. Сейчас Оксана Сергеевна живет в квартире своих родителей в центре Москвы на Котельнической набережной. Клара Лучко умерла на 80-м году жизни, не дожив до своего юбилея всего несколько месяцев. Несмотря на преклонный возраст, звезда кино до последнего работала и прекрасно выглядела. Если вы помните замечательную пару Сергея и Клары, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!